Праздник плуга, сабантуи отметят в Магнитогорске в ближайшую субботу, 15 июня. По традиции, в городских гуляниях примут участие тысячи человек. Организаторы обещают, гостей ждет веселая развлекательная программа и, конечно, национальные забавы татары-башкир. Это праздник окончания весенних полевых работ у тюркских народов. Национальный праздник. Официальное открытие состоится в 11 часов, традиционно, в парке у Вечного огня, с восточной стороны от центральной городской ярмарки. Встречать горожан будет оркестр духовых инструментов. Концертная программа готовится артистами творческих коллективов Дома дружбы народов. Всего в парке будет 3 сцены. Одна из них для народных талантов, где сможет выступить любой желающий. И одна площадка отдана гостям города. С поздравлениями на наш праздник приедут гости из Республики Татарстан с большой делегацией в количестве 68 человек. С огромной культурной программой. Приглашаем всех на Магнитогорский сабантуй! Одним из самых увлекательных моментов сабантуя обещает стать турнир по борьбе на поясах куреш. Помимо этого состоится турнир по волейболу. Все желающие смогут не только попробовать себя в различных состязаниях и играх, но и, конечно, отведать блюда национальной кухни. Сабантуй – это еще и гастрономический фестиваль.